Из Москвы в Ялту на ЮБК прибыла колонна машин. Автопробег посвящен Дню скорби. Посвящен он началу Великой Отечественной войне, стартовал автопробег 16 июня. Колонна уже посетила Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь и Симферополь. В этих городах организаторы провели ряд спортивно-патриотических мероприятий с участием студентов, школьников, воспитанников детских домов с целью объединить людей всех возрастов в стремлении вести здоровый образ жизни, чтить память предков, сохранять историю своего Отечества. Уже завтра участники автопробега посетят город-герой Севастополь. Это конечная точка. Колонна прибудет в 3:07 утра. Именно в это время, в 1941 году, началась бомбардировка города. Участники возложат цветы к мемориалу воинской славы и почтят память павших защитников Родины. По завершению автопробега у нас большая пресс-конференция, которая состоится в Симферополе. А так у нас мероприятие спортивно-патриотическое в каждом городе происходит.